Он рано потерял отца, будучи совсем мальчишкой, стал главным в своей многодетной семье. Мать мечтала, что он, как и отец, станет врачом. Но он выбрал судьбу революционера. Не имея военного образования, он руководил армиями и целыми фронтами и не потерпел ни одного крупного поражения. Он стал крупнейшим военным теоретиком и полководцем, чье имя навсегда вошло в историю. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры. Михаил Фрунзе. Его именем названы города, улицы, станции метро. Но сегодня мало кто знает, каким человеком он был. Михаил Фрунзе родился 21 января 1885 года на далекой окраине Российской империи в городе Пишпеке, современном Бишкеке, столице Киргизии. Он был вторым сыном в семье отставного военного фельдшера Василия Михайловича и его жены Мавры Ефимовны. Семья Фрунзе жила небогато. Отец работал в местной больнице. Мать занималась хозяйством и воспитывала детей. Чтобы отправить сына учиться, родителям пришлось влезть в долги. Ближайшая гимназия находилась в 230 километрах от дома, в городе Верном. Так в те годы называлась Алма-Ата. Миша быстро освоился в новой среде. Он легко заводил друзей, хорошо учился, его любили преподаватели. Когда мальчику исполнилось 12 лет, в его семье случилась трагедия. Мишин отец осмелился возражать военному губернатору, который запрещал лечить за государственный счет коренных жителей – киргизов и узбеков. Разгорелся конфликт. Фрунзе был уволен из пишкекской больницы. Работу фельдшера он нашел только в соседней губернии. Там и умер, вдали от родных, не дожив до 44 лет. Полагали, что Василий Михайлович покончил с жизнью. Семья лишилась единственного кормильца. Мавре Ефимовне пришлось перебраться в глинобитную мазанку с земляным полом и браться за любую работу в поисках пропитания. Миша понимал, как много зависит от его успехов. Он отдавал учебе все силы, а в свободное время занимался репетиторством и отправлял деньги матери. По окончании гимназического курса 19-летнему Михаилу торжественно вручили золотую медаль, что давало возможность поступить без экзаменов почти в любое высшее заведение империи. Летом 1904 года Фрунзе сел на поезд до Санкт-Петербурга. Мавра Ефимовна надеялась, что Миша продолжит отцовское дело и станет медиком. Однако Фрунзе выбрал собственный путь и поступил на экономическое отделение Политехнического института. Из письма Михаила Фрунзе брату Константину. «Милый Костя, экономика – это основа всего. Мы будем с тобой лечить больного, а через год или через месяц он погибнет от голода, от грязи, от холода в своем убогом жилье. Лечить надо глубже, изменить всю жизнь, чтобы не было бедности и лишений ни у кого никогда». Я не хочу сказать себе на склоне лет. Вот и прожита жизнь. А к чему? Прибыв в Санкт-Петербург, Михаил попал в среду, которая мало походила на сонную атмосферу Пишкека и Верного. Жизнь здесь бурлила. Радикальные теории о переустройстве общества захватили столичную молодежь. Студенты взахлеб читали социалистические брошюры, передавая их из рук в руки. Для многих это увлечение было лишь данью моде. Но молодой Фрунзе на примере своей семьи знал, что такое нищета и произвол властей. Именно поэтому он принял идеи марксизма, которые обещали избавление от социальной несправедливости
и вступил в ряды РСДРП. РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Была основана в 1898 году. Представители партии опирались на марксистскую теорию классовой борьбы и видели свою основную цель в ликвидации частной собственности и передаче средств производства рабочему классу. Главными пунктами программы РСДРП являлись всеобщее избирательное право, восьмичасовой рабочий день, право нации на самоопределение, свержение самодержавия и переход к социализму. Лидером наиболее радикального крыла РСДРП, большевиков, был Владимир Ульянов, Ленин. Хотя Фрунзе стал членом нелегальной партии, это не мешало ему продолжать учебу и мечтать о карьере ученого-экономиста или крупного государственного служащего. Однако 9 января 1905 года все изменилось. В этот воскресный день толпы празднично одетых рабочих с женами и детьми двинулись к Зимнему дворцу. Они собирались вручить императору Николаю II петицию с требованиями политических и экономических свобод. Этот документ состоял из 17 пунктов, таких как введение нового трудового законодательства, бесплатного образования и ответственности министров перед народом. Михаил шел среди демонстрантов. Со всех сторон его окружали тысячи людей с иконами в руках. Все они твердо верили в то, что император услышит их просьбы. Неожиданно путь колонне преградили две шеренги солдат. Михаил почувствовал жжение в руке. На снег закапала кровь. После третьего залпа рабочие бросились в рассыпную. Около 150 человек было убито. В народной памяти этот день навсегда остался кровавым воскресеньем. Спустя несколько недель, когда рана на руке зажила, Михаил написал матери письмо. «Милая мама, у тебя есть сын Костя, есть и дочери. Надеюсь, что они тебя не оставят, позаботятся о тебе в трудную минуту. А на мне, пожалуй, должна ты поставить крест. Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен, Рубикон перейден. Отдаю всего себя революции». Расстрел рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге подорвал доверие к государственной власти. Лидер большевиков Владимир Ленин призывал к немедленному свержению правительства. На окраинах Российской империи, в Риге и Варшаве прошли всеобщие стачки. К весне 1905 года забастовочное движение охватило значительную часть страны. Эти события стали началом первой русской революции, которая продлится до июня 1907 года. Михаил Фрунзе стал ее активным участником. Он бросил учебу в университете и по заданию комитета РСДРП отправился в Иваново-Вознесенск, современное Иваново. Этот город был одним из главных промышленных центров России, его текстильной столицей. Здесь, страдая от ядовитых испарений и вызываемых ими болезней, по 10, 12 или даже по 15 часов в сутки трудились десятки тысяч рабочих. Эта огромная сила могла сыграть решающую роль в борьбе с самодержавием. В Иваново-Вознесенске Фрунзе получил партийную кличку «Товарищ Арсений» и сформировал боевую дружину, которая состояла из нескольких десятков вооруженных револьверами боевиков. Параллельно Михаил развернул среди фабричных работников агитацию, призывая их ко всеобщей стачке. Она началась 12 мая 1905 года. Цеха опустели. Промышленность целого региона была парализована. Владельцы фабрик несли миллионные убытки, но не хотели идти навстречу требованиям рабочих. Тогда, чтобы подавить протест силой, власти начали стягивать в регион солдат и казаков.
Среди забастовщиков появились первые погибшие. Развернулись повальные аресты. Но даже это не заставило рабочих вернуться в цеха. Наконец, после 2 месяцев вынужденного простоя, фабриканты пошли на ряд экономических уступок. Всеобщая стачка окончилась лишь частичной победой рабочих, но революционеры уже готовились к новому витку противостояния с властями. Фрунзе оставался в Иваново-Вознесенске и продолжал подпольную работу. А тем временем ситуация в стране накалялась. Российскую империю сотрясали стачки, крестьяне жгли поместья. В Одессе и Севастополе вспыхнули восстания моряков. Император Николай II согласился ограничить свою власть и созвать Первую Государственную Думу. Но представители радикальной оппозиции считали, что этого недостаточно. Большевики создавали секретные химические лаборатории, в которых производили взрывчатку, закупали за границей оружие и боеприпасы. Главной целью революционных партий стала подготовка серии вооруженных восстаний, направленных на свержение государственной власти. Самые масштабные события развернулись в Москве. В ночь на 10 декабря 1905 года участники боевых дружин построили в городе сотни баррикад, а утром вступили в уличные бои с солдатами и полицейскими. При этом были убиты несколько мирных жителей. Чтобы остановить беспорядки, власти ввели в город войска. К тому моменту несколько районов Москвы уже перешли под контроль повстанцев, которые пытались прорваться в центр города и захватить правительственные здания. Дружинники из Иваново-Вознесенска и Шуи отправились на помощь москвичам. Командовал ими Михаил Фрунзе. Его боевики отбили несколько атак солдат московского гарнизона. Но людей было мало, патроны заканчивались. А когда дозорные сообщили, что власти выдвигают к баррикадам артиллерию, Фрунзе принял решение. Нужно уходить. С револьверами против пушек не выстоять. 19 декабря 1905 года московское восстание было подавлено. Но Михаил Фрунзе был уверен, за этим поражением последуют новые битвы. А пока социал-демократам предстояло выработать программу действий на ближайшее будущее. В апреле 1906 года Фрунзе, как руководитель большевистской организации Иваново-Вознесенска и соседнего города Шуи, был избран делегатом на 4-й съезд РСДРП, который проходил в Стокгольме. На съезде руководитель большевиков Владимир Ленин доказывал, члены партии не должны ограничиваться нелегальными методами работы. Нужно попытаться провести в Государственную Думу хотя бы несколько депутатов-большевиков. Тогда партия получит трибуну, с которой сможет на всю страну заявить о своей программе. Знакомство с Лениным и его доклад произвели на Фрунзе огромное впечатление. Возвращаясь в Шую, он готовился приступить к предвыборной агитации. Вскоре по городу разошлись сотни политических листовок. Шуйские власти объявили охоту на большевиков. Один из полицейских, Никита Перлов, обнаружил и ликвидировал подпольную типографию и арестовал 2 девушек-наборщиц. Тогда Фрунзе придумал дерзкий план. Однажды январским днем в крупнейшую в Шуе типографию Лимонова ворвались вооруженные люди. Они потребовали начать набор листовки. Пока работал печатный станок, в типографию заглядывали посетители. Сначала зашла жена Лимонова.
Следом еще несколько человек. Наконец появился городовой. Все они были задержаны. Когда прокламации были готовы, налетчики честно расплатились по прейскуранту и скрылись. На следующий день рассказы о захвате типографии разошлись по всей Владимирской губернии. Сама эта история оказалась эффективнее любой агитации. В результате от Владимирской рабочей курии во Вторую Государственную Думу был избран депутат-большевик. После налета на типографию Лимонова власти объявили за арест Фрунзе награду. Узнав об этом, Никита Перлов усилил поиски. Он узнал, что революционеры устраивают сходки в местной больнице. Когда Фрунзе проводил очередное собрание, дежурный, стоявший у окна, заметил, что к зданию приближается полицейский. Революционеры давно мечтали расквитаться с Перловым за разгром типографии. Фрунзе устроил засаду на выходе из больницы. У железнодорожного переезда началась перестрелка. Уходя от преследователей, урядник успел разглядеть их лица. Целый месяц шуйская полиция прочесывала город. В конце концов Фрунзе схватили и поместили в тюремную камеру. В знак протеста местные рабочие объявили забастовку. У ворот тюрьмы собралась десятитысячная толпа, готовая взять ее штурмом. Власти стянули войска. Когда противостояние достигло высшей точки напряжения, Фрунзе вывели к толпе. Он попросил своих сторонников разойтись, чтобы не провоцировать кровопролитие. Вскоре арестанта под усиленным конвоем отправили во Владимир. Там, в губернской столице, его ждал суд. После долгих разбирательств и заседаний Владимирский военно-окружной суд вынес Фрунзе смертный приговор через повешение за покушение на убийство полицейского. Каждое утро Фрунзе ждал, что откроется дверь камеры, и его поведут на эшафот. Однако казнь все откладывалась. Именно в те дни он впервые почувствовал острые боли в желудке. От нездорового тюремного питания и нервного перенапряжения у него развелась язва. Тогда Фрунзе еще не знал, что в его судьбе наметилась перемена. Это произошло благодаря вмешательству его младшей сестры, Людмилы. Она обратилась к преподавателям политехнического института, которые хорошо запомнили талантливого юношу, и согласились написать ходатайство в его защиту. С этими бумагами сестра Фрунзе пробилась на прием к командующему Московским округом генералу Плеве. Тот выслушал девушку и заменил смертную казнь 6 годами каторжных работ. Фрунзе отбыл их в тюрьме города Николаева, а затем был выслан в Сибирь на вечное поселение. Вечное поселение – вид наказания, который широко применялся в Российской империи. Осужденного ссылали в малонаселенные восточные регионы страны, где он был обязан провести всю оставшуюся жизнь. При этом ссыльных обеспечивали жильем, позволяли вступать в брак и заниматься любой профессиональной деятельностью. Однако даже вдалеке от центра политической борьбы в селе Манзурка Иркутской губернии Михаил Фрунзе не изменил делу своей жизни. Не прошло и года с момента его прибытия к месту ссылки, как он был арестован за создание подпольного кружка, в котором обучал ссыльных приемам военной организации. Фрунзе отправили в иркутскую тюрьму, но в одном из пересыльных пунктов ему удалось бежать из-под стражи. Комитет РСДРП снабдил его фальшивым паспортом и помог перебраться в Читу. Под именем Владимира Василенко Фрунзе устроился на работу в Забайкальское переселенческое управление.
До этого момента он всерьез не задумывался о женитьбе. Жизнь революционера не предполагала постоянных привязанностей. Все изменила встреча со служащей управления Софьей Поповой, дочерью ссыльного народовольца. Молодых людей все чаще видели вместе. В те годы Чита была провинциальным городом с небольшим набором доступных развлечений. Местная интеллигенция устраивала литературные вечера, совместные выезды на природу, любительские театральные постановки. Фрунзе стал душой таких мероприятий. Он прекрасно пел, танцевал, интересно рассказывал истории. Остроумный, обаятельный, талантливый, в него нельзя было не влюбиться. Вскоре девушке представилась возможность спасти любимого от ареста. Когда Михаил по партийным делам отправился в Иркутск, от Софьи пришла телеграмма. «Был в гостях Охапкин. Жди письма». Это означало, что Фрунзе ищет полиция. Оставаться в Прибайкалье было опасно. Он решил вернуться в европейскую часть России. Шел третий год Первой мировой войны. Экономическое положение в стране ухудшилось. В крупных городах начались перебои со снабжением. Были введены карточки на некоторые виды продуктов. В обществе и войсках росло недовольство действиями властей. Этим воспользовались представители оппозиционных партий. Они открыто призывали к свержению царского правительства. В такой неспокойной обстановке Фрунзе под именем Михаила Михайлова прибыл в Минск и устроился статистом в Земский союз. Всероссийский Земский союз помощи больным и раненым воинам – неправительственная организация, созданная в 1914 году, вскоре после начала Первой мировой войны. Помимо своей основной задачи – оборудование госпиталей, санитарных поездов, пунктов питания, обучение медицинского персонала, Земский союз также организовывал производство и доставку на фронт одежды и обуви. Члены Земского союза имели регулярный доступ в армейские части. Для Фрунзе это было отличным прикрытием. Он вел среди солдат агитацию и занимался организацией подпольных партийных ячеек. Эта деятельность привлекла внимание жандармов. Вскоре на имя минского полицмейстера поступило предписание об аресте некоего Михайлова. Однако тот не успел его выполнить. В стране вспыхнула февральская революция. Она началась со стихийных демонстраций и антивоенных митингов в Санкт-Петербурге. Вскоре к восставшим присоединился столичный гарнизон. Город охватила анархия, а немногочисленные верные правительству военные части не смогли справиться с ситуацией. 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола. После этого власть перешла к Временному правительству, которая провозгласила курс на демократизацию общественной жизни и объявила политическую амнистию. Вчерашние подпольщики перешли на легальное положение и даже смогли занимать ответственные должности. Вскоре Фрунзе вызвал к себе Софью. Влюбленные обвенчались. Но в Минске они пробыли совсем недолго. В эти бурные дни Михаил Васильевич был нужнее там, где он лучше знал обстановку и пользовался непререкаемым авторитетом. Молодожены переехали в Шую, город, где 12 лет назад Фрунзе начинал подпольную работу. На перроне их встречали тысячи рабочих. В честь приезда Михаила Васильевича начался митинг. Выступающие были уверены, совсем скоро начнется новая светлая жизнь.
Однако они ошибались. Временное правительство так и не смогло взять под контроль ситуацию в стране и добиться широкой поддержки. 25 октября или 7 ноября по новому стилю Ленин и его ближайшие соратники подняли в Петрограде вооруженное восстание, которое вошло в историю под именем Октябрьской революции. Большевики провозгласили власть Советов. Их первые декреты о мире и о земле выражали ожидания большей части народа. Буквально за несколько месяцев, где мирно, где с боями, советская власть распространилась почти на всю территорию страны. Но это было только началом тяжелых испытаний, которые обрушились на Россию. Слишком многие были недовольны политикой большевиков. Началось деление на красных и белых, сторонников советской власти и ее непримиримых врагов. Весной 1918 года в стране заполыхала полномасштабная гражданская война. И Михаилу Фрунзе предстояло сыграть в ней одну из ключевых ролей. В августе 1918 года Фрунзе принял должность военного комиссара Ярославского военного округа, который включал в себя территории нескольких губерний. Командиром округа стал бывший царский генерал Федор Новицкий. Судьба накрепко связала этих людей на следующие 3 года. Новицкий Федор Федорович, генерал-майор императорской русской армии. Во время Первой мировой войны командовал дивизией. Пользовался популярностью среди солдат. И после февральской революции был избран именно должность командира корпуса. Впоследствии, подобно многим другим царским генералам и офицерам, добровольно перешел на сторону большевиков. Фрунзе и Новицкий удачно дополняли друг друга. Михаил Васильевич отличался неординарными организаторскими способностями. Федор Федорович обладал необходимыми военными знаниями и боевым опытом. Благодаря их усилиям Ярославский округ в короткий срок мобилизовал и отправил на фронт более 100 тысяч подготовленных бойцов. Однако в дни, когда над советской властью нависла угроза, ни Новицкий, ни Фрунзе не хотели отсиживаться в тылу. Они попросили перевести их в действующую армию. Руководство Советской Республики пошло им навстречу. Фрунзе принял командование 4-й армией, которая входила в состав Восточного фронта и дислоцировалась на Южном Урале. Новицкий возглавил армейский штаб. Им предстояло принять участие в одной из решающих операций гражданской войны. Силам Восточного фронта Красной Армии, который растянулся почти на 1500 километров, противостояли армии под командованием адмирала Колчака. В марте 1919 года они готовились перейти в масштабное наступление. Колчак Александр Васильевич, вице-адмирал императорского флота, участник русско-японской и Первой мировой войн, лидер Белого движения. 18 ноября 1918 года был объявлен верховным правителем России и верховным главнокомандующим русской армии со ставкой в городе Омске. В непосредственном подчинении Колчака находились армии, дислоцированные в Западной Сибири и на Урале. Кроме того, власть Колчака признавали белые генералы, силы которых были сосредоточены на юге, севере и северо-западе России – Деникин, Врангель, Юденич и другие. Колчак планировал разгромить красных на Урале и прорваться к Волге. Здесь он предполагал соединиться с частями генерала Деникина, которые наступали ему навстречу с Кавказа. После этого белым оставалось совместными усилиями разбить остатки Красной армии, дойти до Москвы и свергнуть большевистское правительство.
Первое время красноармейцы терпели поражение за поражением. К концу апреля 1919 года колчаковцы вплотную подошли к Казани, Самаре и Симбирску, современному Ульяновску. Сторонники Колчака назвали это стремительное продвижение полетом к Волге. Казалось, еще немного, и советская власть падет. Командование Восточного фронта приказало отводить войска еще дальше, за Волгу. Ждали половодья. Когда река выйдет из берегов, продвижение белых затормозится. А тем временем красные приведут части фронта в порядок, после чего с новыми силами атакуют противника. Единственным, кто отказался принять этот план, стал Михаил Фрунзе. Он считал, что риск слишком велик. Во время вынужденной паузы у армии Колчака и Деникина есть шанс соединиться. В этом случае красноармейцам уже ничто не поможет. Нужно было срочно найти другое решение. Наконец, план действий был разработан. Фрунзе и Новицкий исходили из того, что ударная группировка Колчака сильно вырвалась на запад и лишилась боевой связи с другими частями. В случае мощного удара Красной армии она не сможет дать достойный отпор. По мнению Михаила Васильевича, красные были просто обязаны использовать свой шанс – отрезать и разгромить основные силы колчаковцев. А для этого необходимо усилить южную группу Восточного фронта. Хотя этот план предполагал долю риска, только он позволил бы переломить ситуацию в пользу Красной армии. Однако в штабе фронта не захотели прислушиваться к мнению нижестоящего командира. «Вы бросаете армию на растерзание Колчаку. Предадим вас суду военного трибунала за неисполнение приказа». Тогда Михаил Васильевич обратился напрямую к Ленину. Глава советского государства его поддержал. Под начало Фрунзе передали еще 3 армии. Это решение позволило Красной армии полностью переломить ситуацию на фронте. После удара южной группы Фрунзе белые армии откатились обратно на восток. Полет к Волге оказался прерванным. Однако задача окончательного разгрома противника еще не была решена. Колчаковцы могли собрать силы и снова перейти в наступление. Фрунзе продолжал их преследовать. В конце мая 1919 года разгорелись ожесточенные бои за Уфу, крупнейший город Среднего Урала. Рядом с Михаилом Васильевичем на передовой находился Василий Чапаев. Чапаев Василий Иванович. Выходец из крестьян. Участник Первой мировой войны. Георгиевский кавалер. После революции был отправлен в Академию Генерального штаба Красной армии, но проучился меньше 2 месяцев, решив, что во время гражданской войны не имеет права находиться в тылу. Благодаря своему полководческому таланту заслужил доверие Михаила Фрунзе и возглавил 25-ю стрелковую дивизию. Чтобы взять Уфу, было необходимо форсировать реку Белую в районе Красного Яра и разбить белогвардейцев, которые закрепились на восточном берегу. Под огнем противника дивизия Чапаева совершила переправу и захватила плацдарм. Белогвардейцы усилили обстрелы и перешли в контратаку, стремясь скинуть противника обратно в воду. Чапаевцы были измотаны, заканчивались патроны. И тут к цепи приблизились 2 верхоконных.
спешились. По цепям пробежала. С нами Фрунзе, с нами Чапаев. Воодушевленные красноармейцы ринулись в штыковую атаку. Враг был опрокинут. Над головой Фрунзе показался белогвардейский аэроплан. Авиабомба разорвалась в двух шагах от Михаила Васильевича. Его конь был убит, а самого командующего сильно задело взрывной волной. Но уже через час, едва придя в себя после контузии, Фрунзе вернулся к обязанностям командующего. Спустя несколько дней Уфа была взята. Колчаковцы разгромлены. За эту победу Фрунзе получил высшую награду РСФСР – Орден Красного Знамени. В гражданскую войну в подчинении Михаила Васильевича находились десятки тысяч бойцов. От его решений во многом зависели успехи Красной Армии и будущее Советской Республики. Колоссальный груз ответственности и постоянное напряжение привели к обострению язвенной болезни. Бывали случаи, когда командарм руководил боевыми операциями, не вставая с кровати. Чтобы хоть как-то унять боль, Михаил Васильевич пил соду, которую, шутя, называл эликсиром, и успокаивал встревоженную Софью, которая по-прежнему находилась рядом с мужем. «Ничего страшного, пройдет. Главное – окончательно одолеть врага. Тогда будет время заняться здоровьем». Гражданская война продолжалась. Одержав крупные победы над Колчаком, Красная Армия решила лишь часть стоящих перед ней задач. В августе 1919 года Фрунзе принял командование Туркестанским фронтом. Туркестаном в начале прошлого века называлась большая часть территорий современного Казахстана и среднеазиатских республик. Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. В Российской империи Туркестан являлся основным поставщиком хлопка, а также важным источником нефти и зерна. Советская Республика остро нуждалась в туркестанских ресурсах. Однако путь в Среднюю Азию преграждали казачьи армии, которые воевали на стороне белых. Войскам Красной Армии под командованием Михаила Фрунзе предстояло прорвать блокаду и соединить Туркестан с Советской Россией. Красноармейцам противостоял непредсказуемый враг, против которого не срабатывала обычная военная тактика. Казаки совершали налеты на регулярные части Красной Армии, а затем скрывались в Оренбургских степях. Тогда Михаил Васильевич пошел на переговоры с противником. Он объявил, что казаки, которые перейдут на сторону красных, будут прощены. Это помогло избежать напрасного кровопролития и ослабило партизанское движение на Южном Урале. К началу 1920 года из Туркестана в Москву пошли первые эшелоны с нефтью, зерном и хлопком. А Фрунзе двинул войска в Среднюю Азию, чтобы укрепить советскую власть в этом неспокойном регионе. Вскоре в Ташкент, где размещался штаб фронта, приехала Софья. Даже во время недолгой разлуки они сильно скучали друг по другу и при встрече не могли наговориться часами. А в августе родилась дочь Таня. Но у счастливого отца почти не оставалось времени, чтобы побыть рядом с дочкой. Михаил Васильевич готовил новую военную операцию. Она была направлена против Бухарского эмирата, независимого государства, которое клином врезалось в территорию советского Туркестана и разделило его на две части. Геополитическая необходимость толкнула руководство РСФСР на крайнюю меру. Красная армия вошла в пределы Бухарского эмирата, чтобы установить там советскую власть.
Продвижение частей фронта было молниеносным. Однако под стенами старинной Бухары войска увязли. Красноармейцы снова и снова шли на штурм крепости, каждый раз неудачно. И тогда, скрипя сердце, Фрунзе приказал бомбить древний город. После налетов авиации и артиллерийского обстрела эмир, верховный правитель государства, бежал. Бухара была взята. После успешного завершения бухарской операции Фрунзе получил приказ выехать в Москву. К тому моменту он зарекомендовал себя как полководец, способный в самых тяжелых обстоятельствах переломить ход событий в пользу Красной армии. Ленин считал, что именно Фрунзе сможет поставить финальную точку в гражданской войне. К осени 1920 года остатки белогвардейской армии под командованием барона Врангеля переместились в Крым. Врангель Петр Николаевич. Русский генерал, участник русско-японской и Первой мировой войн. В годы гражданской войны стал одним из лидеров белого движения, руководил кавалерийскими частями белых. С 1918 года одевался исключительно в черную казачью черкеску с газырями, за что получил прозвище «Черный барон». Врангель планировал прорваться на Дон и Кубань, поднять там казачьи восстания и начать новый виток гражданской войны. Нужно было в корне пресечь саму возможность такого развития событий. Ленин поставил перед Фрунзе задачу – разгромить «Черного барона» до конца 1920 года. Михаил Васильевич принял командование Южным фронтом и отправился в Харьков, где находился фронтовой штаб. Вскоре ударили сильные морозы, начались снежные метели. Красноармейцы перешли в контрнаступление. За неделю кровопролитных боев белая армия потеряла до половины своих сил и отступила за турецкий вал. Это мощное укрепление запирало вход в Крым. Фрунзе и его ближайший помощник Новицкий приступили к разработке плана штурма. Было решено атаковать противника сразу с двух направлений – по земле, через узкий Крымский перешеек, и по воде, через залив Севаш. Красноармейцы соблюдали полную секретность. Чтобы их не заметил противник, они несколько ночей не жгли костров. Даже курить было строго запрещено. Тем временем два проводника нащупывали броды через залив, а идущие за ними бойцы обозначали их ветками и укрепляли дно. Наконец, все было готово. Наступление приурочили к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции. Ночью, в 10-градусный мороз, красноармейцы по поясу, местами и по грудь в ледяной воде пошли вперед. Отступать от проложенного маршрута было смертельно опасно. Шаг в сторону, и ты рискуешь с головой уйти в зыбкий ил. Несмотря на все опасения, переправа оказалась успешной. Вскоре первые ряды выбрались на Крымский берег. Тем временем другие красноармейские части захватили Крымский перешеек. И на полуостров хлынула многочисленная Красная конница. Фрунзе приказал передать в радиоэфир адресованное Врангелю послание. «Предлагаю вам немедленно прекратить сопротивление и сдаться. В случае принятия вами означенного предложения, Реввоенсовет гарантирует сдающимся полное прощение. Ответ ожидаю до 24 часов 11 ноября сего года». Однако Врангель скрыл от личного состава своей армии содержание этого обращения и отдал приказ об эвакуации. Начался массовый исход. Кроме сотни тысяч военных, родину покидали семьи белых офицеров, а также множество гражданских.
те, кто не желали смириться с властью большевиков и предпочли добровольное изгнание. С 13 по 16 ноября 1920 года около 150 тысяч человек погрузились на корабли и отплыли в Стамбул. Крымская операция завершилась. Фрунзе был награжден почетным революционным оружием – шашкой с выгравированной на ней надписью «Народному герою». Белое движение было повержено. И хотя по всей стране еще вспыхивали восстания против советской власти, их ликвидация была вопросом времени. На востоке Украины действовали отряды Нестора Махно, создателя независимой крестьянской республики. В годы гражданской войны Махно дважды вступал в союз с красными против белых. Теперь, победив общего врага, он отказался подчиниться большевикам. На то, чтобы разгромить махновцев, Фрунзе понадобилось несколько месяцев. В августе 1921 года наступил долгожданный мир. Фрунзе и Новицкий прощались, стоя на перроне Харьковского вокзала. Федор Федорович отправлялся в Москву, чтобы возглавить там штаб Красного воздушного флота. Михаил Васильевич оставался в Харькове в должности командующего вооруженными силами Украины и Крыма. После 3 лет, проведенных бок о бок, бывший политзаключенный и бывший царский генерал расставались настоящими друзьями. К своим 36 годам Фрунзе прошел через революционное подполье, тюрьму, ссылку и гражданскую войну. Прославился как победитель Колчака, Врангеля и Махно. И только теперь, когда Советская Республика переходила к мирной жизни, у Михаила Васильевича наконец появилась возможность уделять больше времени любимым людям – жене Софье и дочке Тане. А в апреле 1923 года у него родился долгожданный сын – Тимур. Спустя год семья Фрунзе переехала в Москву. Михаил Васильевич занял пост наркома по военным и морским делам. А кроме того, возглавил штаб Красной Армии и военную академию. Он с головой ушел в работу. Армии требовались масштабные преобразования. Реорганизация военного аппарата, сокращение численности – освоение новых видов вооружения. Фрунзе поражал окружающих своей энергией. Он был полон энтузиазма и с легкостью брался за новые дела. Казалось, ему столько всего еще предстоит совершить. Однако все чаще напоминали о себе мучительные желудочные боли. Михаил Васильевич надеялся решить проблему одним махом, чтобы с новыми силами взяться за работу. Он согласился на операцию по удалению язвы. В октябре 1925 года Фрунзе писал жене из больницы. «Ну вот, и подошел конец моим испытаниям. Послезавтра, в четверг, будет операция. Когда ты получишь это письмо, вероятно, в твоих руках уже будет телеграмма, извещающая о ее результатах». Операция считалась несложной, однако проблемы начались сразу. На Фрунзе наркоз не подействовал. Тогда врачи стали увеличивать дозу хлороформа. Чтобы заставить пациента заснуть, им пришлось превысить допустимую норму в 7 раз. Позже многие назовут это решение роковым. Через 1.5 дня после операции, в ночь на 31 октября 1925 года, у легендарного командарма остановилось сердце. Внезапная кончина 40-летнего военачальника, который находился в самом расцвете сил, многим показалась не случайной. Поползли слухи о том, что Фрунзе был убит врачами по приказу Сталина. Генеральный секретарь был якобы недоволен его авторитетом и независимостью. Другие обвиняли Льва Троцкого,
у которого были свои причины ненавидеть Фрунзе, ведь тот сменил его на посту наркома военных дел. И хотя в пользу этих версий нет сколько-нибудь убедительных свидетельств, споры о причинах гибели Михаила Васильевича ведутся до нашего времени. Софья Алексеевна так и не смогла оправиться от удара. Через год после смерти мужа она покончила с собой. Осиротевших детей взяла на воспитание бабушка, Мавра Ефимовна. Когда она тяжело заболела, Таню и Тимура усыновил друг семьи, знаменитый красный полководец Климент Ворошилов. Он ласково называл их фрунзенятами и воспитал как собственных детей. Михаил Фрунзе не стремился к блестящей партийной карьере. Он не был идеологом или пропагандистом и мало выступал с высоких трибун. В молодости он выбрал революцию, а она сделала его своим солдатом. Этим солдатом Фрунзе оставался до конца дней, несмотря на должности, высокие звания и блестящие победы.